Ребята, всем привет. Почитали мы очень много комментариев под видео про пиццу. Я сделала выводы, Настя сделала выводы, люди разделились, кто-то поддержал Настю, кто-то меня. Но я со своей стороны могу сказать то, что я перегнула палку, где я, может, повышала голос, а Настя перегнула палку, то, что сразу такая, ну, тоже вспыльчивость. Все так воспринимаешь, что надо сразу плакать, в мусорку все выкидывать. Ну, правда или нет? То сейчас опять скажут, что это все я придумываю. Ну, может, в чем-то, да. В смысле, в чем-то? Настя. Ну да, перегнула я немного. Есть будто я там не знаю. Не-не, все нормально, ты ни в чем не виновата. Мы решили этот вопрос, точнее, Аня решила. Там еще писали, что типа я тебя заставила сниматься, ты не хотела. Ну, ребята, если бы Настя не хотела, то, наверное, она бы просто ушла бы и не сидела бы. Разбила. Или видео бы не вышло. Настя прекрасно, она даже тем сама более грузила это у нас видео. Уже съемки пошли, мы привыкаем к этому всему. И я считаю, что это норма. Ну, тогда, конечно, я вообще тогда не обращала внимания, хоть Аня меня немножко, конечно, взвешивала вначале, когда я говорю, прекращай там снимать или что, типа, зачем ты снимаешь? Ну, ты могла бы уйти, если не хотела. И ты видео сама грузила, ну, и мне видела. Все равно, я уже привыкла, и как бы я тогда не смотрела то, что Аня снимает, я смотрела на нее, у меня была агрессия, я, конечно, все высказывала ей, она мне, и как-то вот так все пошло. И, ну, все равно мы потом нашли общий язык с Аней. Ну да, а ты там пишешь, что они теперь на стриме, типа, нормально чипсы кушают. Это видео от 5 мая было. И просто мы теперь договорились, то, что мы, если держим диету, то соблюдаем ее. И если там кто-то что-то хочет, так скажем, запретное покушать, то мы договариваемся вместе, чтобы не было такого, что там... У меня нет в планах там сегодня есть пиццу, а Настя хочет. Ну, если мы уже вместе на диете, то я думаю, так правильно. И, кстати, там сейчас девушка написала, куда-то. Я же не буду себя сейчас показывать, а Настя. А не надо стенку снимать. Какую стенку? Я кстати, снимаю... хочу эту картину убрать. Что у нас за какие-то полосы? Их не было. Не, они были. Еще девушка правильно написала, что человек на диете, он очень вспыльчивый. Тем более это первое время. Это тяжело. И да. Ну такое, короче, договорились, что будем как-то согласовывать всякие моменты, да? Да, то я надеюсь, больше такого не будет, конечно же. Не, ну сегодня я Насте сама предложила. Ну, не в честь примирения, я же там доказывала, что мириться с помощью еды нельзя. А просто согласовали как бы, да, забыть ту ситуацию и нормально сегодня сесть, покушать пиццы перед курсами. Я нашла доставку, дешевле намного, 13,90, да, вроде? Mm-hmm. Пицца с ананасами и курицей. Ой, курицей, какой курицей? Шинкой. Ветчина, да. Да, ну посмотрим, что привезут. Кстати, представляете, курьер позвонил, и я на немецком ему поняла, что он сказал, и ответила ему. Да, он спросил номер дома. Быстро среагировала. Сама была в шоке. Я думаю, что сейчас звонит, что сейчас говорить вообще. Молодец, ответила, да, ты сразу. Так что сейчас ждем курьера и покажем вам, что же нам за пицца приехала. Одинокие яблоки уже пропадают. В общем, привезли пиццу. Таблетки попади. Это я указала их. Там еще надо указывать, что привезли. Угу. Ну, она меньше, чем, ну, меньше просто. Меньше, да, чуть. Сейчас будем укуштувати, так? Пахнет? Ну, пахнет, как и так. Ну, не знаю, вроде нормально выглядит. А быстро охлаждается, такая горячая была. Да. Так, будем куштувати и радит. Радит? Сейчас попробуем, включимся, скажем, вкусно или да, как? Бред. Ананасы реально вкусные, да? Да, сладенькие, такие свежие, хорошие. Ну, конечно, дубовая вот эта по краям. Вот кусок, как будто кто-то отгрыз, тоже непонятно. Это не я. Ну, короче, как-то так. Ну, в принципе, я рада, довольна. В принципе. Да. Главное не ругаться. Да.
Ну, не вау пицца, да? Вообще? Ну, вообще не вау, да. Ну, видимо, для немцев, может, для Германии 14 евро. Я читала, что вообще... они вообще только недавно начали привыкать, что есть такое, как пицца. Суши, да? Угу. Офигеть. И у них вся пицца с тунцом. А, да. Поэтому решили взять все-таки такую, ну, короче. Как-то так. Так, ребята, насчет того нашумевшего видео с пиццей, что хотели сказать. Настя ест йогурт. Что это? Что? Комочки какие-то. Это рис. Ну, я ненавижу рис. Какой рис? Рис. Я думала, это йогурт. А это йогурт с рисом. Шоколад, типа. Пипец, ну больше шоколада, но как специально, я не буду так и есть. Нет, фу. А что, ты не могла прочитать, что это? Нет, я спешила и думала, это йогурт по скидке 39 центов. Райс, рис. Да. Ну, видишь, я не буду теперь это есть. Утром съешь, покажи людям, кстати, чтобы знали. Не ешьте, если кто не любит такое, вот, рис. Я вообще молочные продукты не ем. Нет, с детства. Йогурт, но... непереносимость лактозы. Но у меня ассоциация с детством тоже, и как бы рис, каши такое с молоком. А утром скушаешь. Если йогурт можно жидкий выпить, а потом риса прям. Сколько он стоит? 39 центов. Ну, не так обидно. Круче. Ну что, теперь выкину? Ну, что остается? Не буду ее выкинуть. Ребята, насчет видео. Продолжаем. Мы с Настей 6 лет дружим, и... за эти 6 лет мы можем себе позволить общаться, как захотим. Мы через 5 минут это все забудем, посмеемся, помиримся. Потом, даже потом я смотрю видео и смеюсь, типа, я говорю тебе. Ну да. Как сестра. Настя, то, что там заплакала, Настя просто такая эмоциональная девочка. Ну что, нет? Немножко, да. Я вспыльчивая, характер овен. Настя Скорпион, это вообще 2 несовместимых знака, но тем не менее... мы находим общий язык. За 6 лет, да. Мы можем ссориться, как Аня говорит, и сразу же помириться там через 5 минут. Да, мы это забыли, а вы продолжаете писать. Или мы можем обсудить с Аней, сесть и нормально обсудить как-то, да, типа. То, что мы выставили, посчитали нужным, потому что мы снимаем YouTube. И как бы ничего там такого страшного я не вижу, как там пишут. Боже, зачем вы это все... на всеобщее обозрение показывать, это вы должны были оставить за кадром. Мы так не считаем. Это наше мнение. Да. Каждый при себе пускай оставляет, что просто ничего же не изменится от того, что вы так скажете. А-а-а. Мы ко многим комментариям прислушиваемся, действительно прислушиваемся. Да, там где адекватные или адекватные подсказки какие-то есть. Да, советы, рекомендации. Какой-то там бред, когда выписывается, то это, ну, ребят, честно вам скажу, посмеяться, либо там не посмотреть даже. Я же сказала, я там признала, да, я перегнула то, что там кричала на Настю. Настя по-своему перегнула. Кто-то прав, кто-то не прав. Во всех ссорах виноваты оба человека. Поэтому, ну, я не вижу ничего страшного в этом всем. Поели пиццу. Пицца, конечно, честно, вообще невкусная. И вообще пришли к выводу такому, что больше мы точно не будем заказывать никакие пиццы, да? Да, это уже было. Лучше, если прям хочется самим приготовить, ты знаешь, какую ты начинку туда... Ну, это можно, да, домашнюю пиццу, я думаю, добавляешь и так далее. Это у нас просто, во-первых, я думаю, кто наш смотрит наше видео, ребята, которые смотрят, они видели, что мы садились на диету, и мы, да, до сих пор на диете. Но не без срывов, скажем так. Но не без срывов и, как сказать, не прям там мы, да, мы ограничили себя. Хлеб мы вообще не едим. Макароны, рис, вот я же говорю, йогурт я могу, да, я позволю себе сейчас его съесть, но я не думала. Все-таки съешь с рисом? Нет, я не буду такое есть. Овощи едим, тушеное что-то готовим, там, тушить. То ли овощи в сковородке. Ну, масло, да, масло мы не убрали с рациона. Ну, да, масло надо как-то убирать. А это пицца, потому что вот, я же говорю, резко так, и захотелось, можно так сказать, и тогда мы поссорились, и я думала... Да бог с этой пиццей, ну, заказали по новой. Это наше нормально. Дело, да, как бы заказывать, не заказывать, и также выставлять или не выставлять. Это наше мнение, наш YouTube, и мы решаем, что нам правильно делать, как бы.
И как мы общаемся друг с другом, это тоже наше дело. Да. Если бы мы все было бы плохо, как там пишут, вам надо уже срочно разъезжаться, дальше будет хуже. Ребята, еще раз повторюсь, 6 лет дружим и как-то сами разберемся. Если было бы так все плохо, то мы бы, наверное, да, бы уже по раздельности там как-то искали это жилье и так далее. Мы, по крайней мере, находим общий язык, можем сесть, поговорить. В итоге, да, каждый может через время высказать, что я не прав, там, или ты не права, да. И как бы можем пообщаться. А вот вы задумайтесь насчет себя, как у вас вообще все происходит с друзьями, в семье, обговариваете вы или нет. Всегда нужно обговаривать все. Да. А то, что, ну, реально, там, насчет видео, это такое. Ну, люди не понимают. Ну, кто вспыльчивый, кто не вспыльчивый. Это жизнь и... Да, господи, а кого нет в этой жизни не вспыльчивого? Мне кажется, каждый человек, ну, с, да, эмоциями, да, и нет такого, чтобы это, я не знаю, кто лучше за человек должен быть. Это все нормально. Главное, за спиной не обсирать, да, друг друга, и все, да, будет хорошо. Есть девчонки, подруги, которые, я уверена, даже девчонки, те, которые пишут в комментариях. Девчонки. Вот, я называю таких крысятинов, но подробнее скажу. Потому что обсирают за спиной. Могут там поулыбаться, ты там хорошая моя подруга, а этот пойдет там другой подруге, скажет, ты такая-сякая. Да-да, много из разных ситуаций. И вообще, как бы, да. А мы уже с Аней доверяем друг другу, рассказываем, что и как у нас, делимся, советуемся, решаем вместе проблемы наши. Мы друг у друга хейтеры. И даже вот Германия дала нам понять, какая у нас дружба. Да. Как мы в такие трудные ситуации, как выкручиваемся, что вообще происходит в нашей, да, жизни. И не просто так, мы даже создали этот влог, ну, YouTube. Да. Ой, так что так. Я не знаю, что еще сказать. Может, ты что-то добавишь? Я немножко расстроена до сих пор от йогурта. Что? Жалко, блин. Ну, 39 центов нормально. Я всегда бедусь на йогурты именно по скидкам. Там 29 центов, 39. Считаю, что это нормальная цена, и думаю, что... Ну, иногда же бывает, что правда хорошая скидка и качество хорошее. Продукт. Ну, я не посмотрела, ладно, что же делать. Ну, я не буду. Что маемо, то маемо. Да. Ладно, ребята, в общем, как-то так. Надеюсь, мы внесли ясность в это видео. Да. Думаю, адекватный человек нас поймет, поддержит. И порадуется за нас. Да. Потому что не все так, как вы представляете и накручиваете себя про то видео. Да, и вот расскажите свое мнение, может, в вашей жизни были такие друзья, которые передавали, нам интересно послушать ваши рассказы. Ну, наверное, будут рассказы, если будут. Ну, это вообще мне просто интересно послушать от людей, на вашей дороге какие люди попадались в жизни, и как вы общались, я же говорю, мы уже 6 лет, и все адекватно у нас, понимаем друг друга, подсказываем, идем по жизни, пока что так. Да. Ладно, все, ребята, на этом будем прощаться. Кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайк, пишите комментарий. Да. Все. Всех любим, все целуем. Пока.